Информационные технологии на службе госавтоинспекции. Дорожные полицейские теперь есть в Вайбере. Жители региона с помощью мобильного приложения смогут отправить им текстовое сообщение о водителях, находящихся в алкогольном опьянении. Аккаунт работает только на прием. Оперативные дежурные будут рассматривать исключительно текстовые сообщения, касающиеся пьяных за рулем. Напомним, в 2016 году в регионе зарегистрировано 238 ДТП по вине водителей, находившихся в состоянии различных опьянений или отказавшихся от прохождения метасвидетельствования. 30 человек в результате таких аварий погибли, 340 получили травмы. Отправить сообщение дорожным полицейским вы можете в любое время дня и ночи по номеру, указанному на экране. Инспекторы отреагируют немедленно.